Сполучені Штати розглядають можливість відправити Україні високоточні крилаті далекобійні ракети JASSM, які летять на відстань більш ніж 370 кілометрів. Про це пише видання «Політико». Всі ті, хто більш-менш розуміють ситуацію, вони приходять в ужас. Це дасть змогу українським пілотам F-16 запускати ракети з бойовою частиною близько півтони. Як пише видання, адміністрація Байдена відкрита для відправки цих крилатих далекобійних ракет в Україну. Наголошується, що цей крок додасть українським F-16 більшої бойової потужності, оскільки Україна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти Росії. Готовність Білого Дому надати Україні ракети класу повітря-земля з'явилися саме в той момент, коли напрочуд успішний наступ українських збройних сил на території Росії триває вже другий тиждень поспіль. Звісно, символізм в цьому є определенний, то есть тема для спекуляції теж вона напрашується сама по собі. Ну, для серйозної аналітики, звісно, паралелі не потрібні. Здесь дуже важливо зрозуміти, що произошло, що відбувається, для того, чтобы понять дальнейшее развитие ситуации. А происходит все то, что говорила Виктория Нуланд, которая до своей отставки говорила о том, я вам регулярно напоминал об этом, что летом вас будут ждать определенные сюрпризы, если вы помните. И вот оно лето, вот оно сюрпризы. Более того, я вам еще говорил, что до конца президентской кампании вы будете видеть очень много такого со стороны нынешней администрации, которая, ну, во всяком случае, в качестве успешной спекулятивной тематики предвыборной кампании, единственная тема, которая сегодня осталась, которую может нынешняя администрация использовать продуктивно, это именно ваша тема, а не ближневосточная, потому что в ближневосточной теме Беньямин Нетаньяху не является союзником Белого дома нынешней администрации. Там они просто сохраняют лицо, США обязаны защищать своего союзника Израиль, и ровно настолько в этой тематике каждая сторона будет вытягивать, да, и Белый дом, и Израиль, они вытягивают, то есть Байден защищает столько, сколько может, чтобы на него никто не наезжал в этом плане, чтобы его никто не обвинял. А Нетаньяху таким образом до конца президентской кампании сумеет сохранить свое кресло, да, то есть его план именно такой, дотянуть вот этот кризис ближневосточный, а там дальше посмотрим, как закончатся президентские выборы. А на украинской тематике, наоборот, Дональд Трамп и его команда никак влиять не могут на эту тематику, и поэтому они вот так спорадически иногда, вот даже посмотрите, Линдси Грэм туда поехал, опять же, в довесок к нему, естественно, поехал туда и сенатор-демократ, то есть показать, это, что это двупартийная поддержка Конгресса США, то есть Верхней Палаты, да, в этом плане. Ну, в любом случае, Линдси Грэм, как вы сами понимаете, он представляет частично себя и, с другой стороны, представляет лично Дональда Трампа. Ну вот, поэтому в этой тематике, чтобы республиканцы как-то использовали бы украинскую тематику, ну разве что Дональд Трамп или его нынешний кандидат в вице-президенты должны сесть на самолете и приехать в Киев. Вот это было бы сильным аргументом, да, в пользу того, что республиканцы тоже хотят наработать определенный кредит. Но это не совпадает с той платформой, которую они объявляют. И Дональд Трамп, и его Джей Джи Венс. То есть они... Джей Джи Венс вообще открыто выступает против Украины, а Дональд Трамп, все то, что он до этого говорил, он же перестал, нажал на тормоз, он на эту тему старается ничего не говорить, потому что лучше молчать, чем что-то говорить и еще больше усугублять, да, это сюда, лучше тень на плетень, чтобы говорить, вот я когда стану президентом, тогда и решу будущее этой войны. Поэтому весь карт-бланш сегодня находится в руках нынешней администрации. И поэтому нынешняя администрация, я думаю, по полной программе будет это использовать. И когда кто-то говорит о том, что то, что происходит в Курской области, происходит без ведома Вашингтона, и Вашингтон вроде бы, так сказать, поздно узнал об этом, когда же говорят это официальные лица, да, в Вашингтоне, будь то Джон Кирби или кто-то другое официальное лицо какое-то, да, Белого дома или Госдепартамента, ну, это так и должны говорить, а суть совершенно другая. Вот сегодня, например, президент Байден впервые прокомментировал, так сказать, сказал, что президент России поставлен перед дилеммой, но конкретно там сказал, что с первого дня Курской операции каждые 5-6 часов я получал доклад со стороны своих помощников, и плюс
мои все помощники, я в том числе, на постоянном контакте все это время находились с военно-политическим руководством Киева. Говорят, и больше я на эту тему говорить больше ничего не скажу. Ну а куда еще больше говорить? То есть он открытым текстом сказал, что мы полностью в курсе дела, мы полностью это поддерживаем. Вслед за этим точно такую же военно-политическую поддержку выразили и лидеры Евросоюза, ключевые в первую очередь, я имею в виду сам Евросоюз в лице Брюсселя, в лице Жозефа Борреля в первую очередь, и лидеры Германии, которые точно так же об этом говорили на разном уровне. Ну и вообще мы видим, какой, так сказать, какие комментарии идут с разных сторон. То есть тут и Чехия, и страны Балтии, и Финляндия, и многие другие. Да? То есть ни одного осуждающего такого комментария, будь то со стороны стран семерки или со стороны Евросоюза, или со стороны членов НАТО, мы этого не слышали. Это лишний раз говорит о том, что все то, что происходит сегодня на Курском направлении, это наверняка полностью... Ну, устраивает Запад и те силы, которые поддерживают Украину. Я думаю, это не одно такое локальное, спорадическое, это наверняка стратегическое какое-то решение. И это стратегическое решение, я думаю, это не для того, чтобы на неделю пришли, а потом уйти. Наверняка есть более широкие планы, но лучше будет, если на этом будут говорить в основном военные. Просто как человек со стороны, вот, наблюдающий за этим, я могу понять, что вполне могут быть похожие ситуации и в соседних областях России, вот, которые там рядом находятся, и однозначно, и в конечном итоге это приведет к каким-то таким изменениям в районе и Запорожской атомной электростанции, и, может быть, в районе того же Крымского моста, потому что, когда смотришь на карту и на то, что как это происходит, то я поэтому не люблю на военные темы так комментировать, просто вот как человек со стороны, который смотрю, я понимаю, что когда такая операция предпринимается, и когда задействованы тут определенные силы, и когда это идет в контакте с высшим руководством союзников на Западе, это говорит о том, что это стратегическое решение было принято, это не какая-то такая локальная разовая операция, и это стратегическое решение, и оно имеет далеко идущие политические планы. Это именно как раз-таки то, что уже все по нему озвучивают, это как раз-таки то, что усиливает в перспективе, в любом случае, когда бы они ни произошли, в перспективе позиции Украины, возможных переговоров, которые придут. И тогда уже совершенно будет другая ситуация. Потому что если одно дело вести позиции силы, то есть останавливаться на том месте и с этого места вести переговоры, Украина может сказать, хорошо, давайте останавливаться с того места и будем вести переговоры. У вас часть нашей территории, у нас часть вашей территории. А это уже как раз-таки та тема, которую может устраивать и Запад в том числе. Потому что когда все смотрят на тему тупика, они понимают, что здесь ситуация... Вот я недавно был на форуме, вы знаете, да, в Карабахе, и там были представители 50 стран, и там были представители Украины, и там были представители России. Многие иногда говорят, почему там представители России там были. Там очень, это очень хорошо, когда на таких форумах представляют разные люди и с разных стран, с разными взглядами. Там есть полемика, есть дискуссии, более откровенные, иногда не публичные, можно за столом откровенно говорить. И вот когда многие меня спрашивали, я им говорил откровенно, я говорю, вы что хотите? Как вы видите, меня спрашивают. Я говорю, а что вы хотите? Я говорю, Украина находится у пропасти. Вы, Зеленский, находится у пропасти, вы не оставили никакого шанса для маневра. И они никогда назад не отойдут, они будут стоять до конца. Потому что, чтобы когда-то какая-то страна шла бы на какие-то переговоры, на какие-то эти самые моменты, она должна иметь варианты, да, вариант. А тут, когда человека поставили в такую ситуацию, он будет стоять до конца однозначно. Именно поэтому он, как вы сейчас правильно заметили, планку завысил, да, и вы завысили планку, и все общество завысило планку, и он еще указ написал на эту тему. Поэтому, а Россия-то большая, и население побольше, и у вас там больше манер. Поэтому вы же напали в этой ситуации, поэтому вы должны делать шаг назад. А какой шаг назад, это вы сами решаете. Если вы сами не можете решить этот шаг назад, то вот я так понимаю, Украина вам показывает, какой шаг назад вы должны делать. Потому что в этой ситуации я однозначно не сомневаюсь, что Запад будет поддерживать до конца Украину, потому что это дает возможность тому же Западу начать говорить, а вот теперь, мы можем и разговаривать с той же Украиной, например. То есть это будет тогда, когда вот этот паритет с украинской точки зрения дойдет того уровня, когда Украина скажет, а вот теперь мы готовы.
То есть это, ну, может быть, по квадратуре должно соответствовать. То есть, грубо говоря, они оккупировали у вас, допустим, столько-то квадратных метров, и вы оккупировали столько-то квадратных метров. И когда это равные территории получаются, ну, тогда говорят, вот тогда мы будем после этого говорить, готовы вы на это или нет. То есть по-другому выйти из того тупика, в котором сегодня оказалась эта война, вот агрессия России, да, просто я здесь не вижу, кроме как здесь ничей быть не может, значит, кто-то должен проиграть. Или же должна быть такая ситуация, когда с позиции силы кто-то что-то может сказать, что хорошо, у вас позиция силы, вот вы оккупировали, нам не удается пока вот это все дооккупировать, хорошо, а мы пойдем в другую часть, возьмем, оккупируем другую часть, установим там комендатуры, и плюс, заметьте, как много сегодня внимания уделяют идеологические составляющие, говорят о том, что со времен Второй мировой войны никогда такого не было. А если завтра там военную комендатуру поставят, военная комендатура, временная военная администрация будет. Вот все то, что они делают, да, на оккупированных территориях, и как это будет преподноситься, и на Западе в том числе, а как это будет отражаться на общественных настроениях в самой России, внутри России. То есть это же видно, и более того, что и интересные вопросы возникают. А почему население не берет автомат, не берет вилы, грабли, не начинает защищать свои дома? Это же все-таки их территория, это на Курск, это на самом деле Россия, это на самом деле территория России. То есть Украина вошла на территорию России. Так защищайте свой дом, почему вы не защищаете свой дом? То есть им казалось, что это вот никогда такое не может. И поэтому вот именно здесь очень много таких моментов, помимо моральных, помимо так чисто так психологических, здесь очень сильный военно-политический аспект. Военный это в том плане, что вы окапываетесь, завоевываете конкретные территории, чтобы это потом поставить на стол переговоров. А в политическом плане это говорит о том, что сегодня вы на равных ведете, опять же, в той ситуации, в которой сегодня не совсем даже Украина довольна. Вот эти разговоры разрешить, не разрешить, разрешить, не разрешить. Когда я вам говорю о том, что Запад цель поставил конкретную, да, и в этой ситуации, что будут публично говорить, это не играет никакой роли. Вы просто этому не доверяете. И вот когда кто-то говорит, Украина пошла, это сделала вопреки решению Запада. Вот когда я иногда слышу комментаторов, да, но это просто глупость. Это значит не понимать, как можно работать сегодня. Если Украина такие вещи будет делать, это создаст проблемы для той же Украины. И то, что сегодня президент Соединенных Штатов Америки вот открыто так это сказал, сказал, больше я ничего говорить не буду. То есть мы в постоянном контакте, да, 24 часа в сутки. А если они в постоянном контакте, значит, они в курсе дела всего. Да? И они в курсе дела не то, что того сегодня, и в курсе дела того, что планируется завтра. А что планируется завтра? Вот я как человек со стороны, не военный человек, я так прикинул, это может быть и Белгород, это может быть еще рядом какая-нибудь территория, и это может быть то, что связано с Крымским мостом, это то же самое, что может быть с Запорожской атомной электростанцией, может быть даже и с Курской атомной электростанцией.